Rise, my children. Rise and feed upon the living. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Рыжик. Мы продолжаем играть на Neverwinter Online, и у нас тут престол Идрис намечается. Подземелье, короче говоря, ждала я минут 30. Вот, собственно, еле набрали, время 2:30 ночи, короче, вот так. Все печально. Фиг поймаешь это событие, на самом деле. Вечером оно было, просто я не смогла, поэтому приходится писать ночью. Так, меня тут в гильдию приняли. Я вообще, короче, это... крутая, типа. Ага, сейчас, ага. А, вот, все, вспоминаем все, короче. Ой-ой-ой, он больно бьет. Сейчас мы его заморозим, нафиг. Ну, я смотрю, мы вроде как неплохо вдвоем так справляемся. Была вообще сейчас затея пойти вчетвером. В принципе-то... В принципе-то тут все легко. Единственный геморрой — это тот босс. Не босс, а то количество народа, которое будет в самом конце. Там просто их очень много, и... Это немножко... Усложняет задание. Так, а у нас что, два этих, да? Мучителя? Нет, не ходи один туда. Только не один. Ой, я чувствую, мы сейчас тут себя гребем. Ну-ка, соберитесь все. Не того немного. Ну ладно. Это уже не важно. Надо, конечно. Мне все надо. Мне всегда все надо. А сундук еще один у нас? Ну да. Подождите меня, ребят. Ну погодите вы. Куда? Куда вы? Оу. Ой-ой-ой, народ. Приелся, скотина. А-а-а! Бьют меня. Угу. Перчатки какие-то стрёмные. Не, мне это не надо. Ай! Кто это сделал?
Где самый толстый? Там еще и лучники. Не-не-не, я не при делах, ничего не знаю. Ничего не знаю. И не хочу узнавать. Мне эта дрянь не нужна. Давай. Мне на самом деле лучше их, наверное, морозить, я так думаю. Так будет как бы удобнее для всех. Поэтому... О. А-а-а. Вроде всех, да? Нет? Тихо. О, у тебя на это что ли иммунитет? Фига ты. Тихо. А кто греб-то? Звуки сейчас были. Ой, мама. Ой, мама, сейчас как дам, сейчас как дам. Нет, или не дам. А, на него просто заморозка не действует, но это тоже на него не действует. Так, нет, я не откажусь, конечно. Я никогда не отказываюсь. Так, печати. Так, тут у нас что? Ой, сундук, там сундук должен быть. Где он? Сундучок мы стырили. Ой, тихо. Это что за безобразие тут, а? А, во время боя вообще-то не нужно поднимать. Я надеюсь, меня простят, как бы бой еще не такой особо жестокий. Что ты там прыгаешь? Что-то мне показалось, что ли? Ну-ка, циц. Засранец. Давайте там я луч ослабления сделала. Нафига я хожу это все собираю? Никто не знает. Так, вылезли там, вылезли. Блин, у него такой луч классный, как в этом. В Диабле прям, у этой, у чародейки. Круто. Ой, вот это мне тоже нравится.
сильно убежал. Что-то меня бьет. Мочи его! Моё! Блин. Хотя, ладно, пофиг. Забирайте. Мне интересно, до конца, наверное, события навряд ли, да, успеем пройти. Потому что там что-то еще, по-моему, далековато идти. Вроде как. Что-то не совсем помнишь, давно ходила. Чё нафиг взяла? Золотишко! Не буду ничего собирать. Ой! Надо было по мелочи долбить. Ну ладно. Погнали. Столько заклинаний на одного-то. Ой, да ладно, что ты говоришь? Виси, скотина. Нормуль. Так, а куда нам? О. Огребите. Сволочи. Надо бы, кстати, зелье попить. Вот тебе сволочь такая. И что, от него ничего не осталось, что ли? Вот это прикол. Не, я туда не пойду. Там один, кстати, паленый сундук. Блин. Починей, скотина.
Ну, никак. Чего-то я чуть не сотворила только что. Никто не пошел открывать? Окей. Горндайр Хельм. Блин, ну вы там только всех не агрите, народ, а? Что если сейчас все поагрятся, это будет очень плохо. О, зачем же вы тут начали? Ладно. А, больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там уже сверху поперли. Ну давай, сейчас мы тебя будем морозить. Там уже этот возбудился. О, что ж ты делаешь-то? По бокам он народ. А! Ай! Ой! Да блин. Не попало, что ли? Ай, ай-яй-яй. Но заморозка на него не подействует, можно даже не пробовать, как бы. Так, убили, да? О, да, шапка моя. Моя шапка? Моя. Моя шапка. Так, теперь вот... Кто тут? Ай, блин, жесть какая. Хотя я думаю, может, мы справимся, конечно. А, он к нам привел. Замечательно. Ничего, справимся все равно, пофиг. Ага. Так, здесь... Оу! Пошел бы ты нахер.
Угу. И сваливать, главное. Отвали от меня, сказала. Блин, а и чё вы ко мне лезете-то, я не пойму. Так. Потрепали маленько. И так вроде в целом все нормально. Там где-то, кстати, сундук должен быть. Ну, нахер они нужны, короче, эти сундуки. Кому они сейчас нужны? А, все, Идрис у нас, да? Не Идрис, да. Тут 7 минут осталось у нас. Ну, погнали. Воскрешенный Идрис. Какая-то симпатичная. Так, ребята. Все сразу-то не бьем. Ну ладно. Так, где там этот хрен? Беси, сволочь! Чё-то вас как-то много. Оу, охренеть. Сейчас мы будем подыхать. Идрис. Оу, все. Это конец. Потому что все, Идрис сагрили, пипец. Нам хана. Одного уже. Да какой на помощь? Потому что всех сагрили. Получаешь легкое ранение. Если ты получаешь два легких ранения в одну и ту же часть. Ой, тела, да ладно. Ранение становится тяжелым. Чтобы вылечить одно так, легкое ранение, аптечка, используй, да? Походную аптечку или постой у лагерного костра в течение 5 минут. Офигеть, я говорю, вот группа попадается, которая летит. Вот этот вот варвар, он нас всех вообще подводит. Он летит и агрит всех. Больно было. Так, вот этого подвесить надо бы.
Хотя уже, в принципе, не надо никого подвешивать. Надо вон тех еще внизу, блин. Ну ладно. Это вообще некому говорить, бесполезно. Так, ну у меня сухой остаток-то я. Может быть, это как-то поможет, я не знаю. Что, пофиксили эту хрень? Да блин, это жесть. Пускай они, короче, эти долбят. О! Капец. Соседних бы не это. Соседних, если сагрим, это будет сразу труба. Все, убили, да? Отлично. Ништяк. Так, это я не откажусь. Где-то я возьму. Так, палач на четвертом месте мы. Несущий боль на пятом. Замечательно. Виси, сволочь. А, надо его заморозить. Подошли, просто порвали. Рубаха из Грим Холл. Из Грим Холлоу. Так, а все, да? Все умотали, надо сматываться отсюда, пока никто не сагрился. Ой. Шо это я не туда пошла? Бывает. В жизни огорчение. Так, а я сейчас где там респанусь-то? Ну на. Собственно, где была, там респанусь. Ну, ехали-то ко входу. Фига он. Нифига он. Так, вы что тут делаете, народик?
начинается там, короче, знакомство. Там бьют этого. Дракона бьют. Может, съездить, а? Нет? Или под конец сгонять? Так, ладно. Что-то там его не очень быстро бьют, мне кажется, народу что-то мало. Так. Блин, зря, наверное, это сделала. Броня, вампиризм. Да нам это не надо. Не заинтересованы. Так, сокровища. Что это было вообще? Такое ощущение было, как будто меня кто-то бил. Так. Ну, рубаха это, конечно, крутая. Но дело в том, что у нее только оборона. У нее нету крита. Хотя. Мне, в принципе, можно забить на это дело. На крит. А вот шапка, проникающий удар. Даже не знаю, что делать. Короче, наверное, я на это забью. Эти же монки, они в принципе сейчас не нужны. Шапка кузнеца души, ее можно продать. Долго там будут бить этого хрена. Поэтому я, короче, на это забью просто. И поеду куда там нам. Если у тебя есть. Не, у меня печати нету. Поэтому мы просто едем назад. Это назад? Да, это точно. Собственно, на этом. Не, ребят. Я хочу туда. Его там так месят просто круто. Что-то хочется мне туда. Еще как бы надо доехать. Так, а где это у нас находится-то? С этой стороны, наверное, лучше. Я не поняла, куда дракон делся? Он что, улетел, что ли? А, ладно, короче, мы не поедем. Походу, дело улетел. А, нет. Наверное, не успеем туда. Что-то мне подсказывает, что туда мы можем не успеть. Хотя должны. Должны успеть. Мать вашу. Тихо. Нормоль, успели. Немножко внесем свой вклад. Ну. Главное, чтобы там никто сзади не появился. Ух, фига, тут монстры какие.
Так все, я на край. Так, один упал. Все, убили. Да ну на кого нафиг? Ой. Простите, ребят. Ой. А это что было? Ребята, спасите. Спасите, помогите. Ни хрена себе. Круто. Туриэль. Да, поздравляю. Чел из Диабло по-любому. А, ну здесь типа эти. Как они? Тоже, короче, имеются всякие воры, какие-то ведьмы там и все такое. Дайте. Сходи и возьми пати, блин, ему дайте на дракона. Так, мы проскочим, мы проскочим, мы проскочим, мы проскочим, мы проскочим, мы проскочим. Все нормально. Ладно, ребят, давайте мы здесь закончим. Вот. Мы с вами продолжим прохождение следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.